Новый созыв парламента второй день своей работы начал с 9 утра. Депутатская комиссия представила свой вариант структуры Жогорку Кенеша. В повестке дня два вопроса – количество комитетов и вице-спикеров. Комиссия предложила сократить число комитетов с 9 до 7. Я был членом комиссии, потому что у нас до этого действовал 9 комитетов. Один из них ключевой комитет – это бюджетные финансы. А тут в новом проекте комитет бюджет сократили. Объединили два комитета – фискальный и экономический. Я предлагаю, наш основной функцией контроля – это бюджет. Мы должны оставить бюджет, комитет и аграрный. Я не вижу здесь целесообразности, потому что представитель комитета никакой дополнительный оклад не получает. Мы, наоборот, должны увеличить, чтобы качественный законопроект принимали в комитете. Обсуждая значение работы комитетов, отдельные нардепы высказались за внесение ряда существенных дополнений. К примеру, было предложено образовать новый комитет, который должен будет курировать сферу культуры. Было отмечено, что всегда говорится, что без культуры нет государства. И нужно понимать, что даже основа экономического развития зависит от этого направления. Бесінші комитетте социалдык саясат бойынша. К примеру, в предложенном варианте пятым значится комитет по социальной политике, где отведено внимание образованию, здравоохранению и науке. Но ничего не сказано о культуре. Я думаю, что этот вопрос требует более скрупулезного внимания. Стало быть, нужен отдельный комитет. Озвучив свои видения, парламентарии проголосовали за пересмотр предложения комиссии и ушли на перерыв. Это тоже было на уровне предложения, потому что некоторые считают, что иногда касса на командировке бывает, иногда кто-то занимается приемом гостей, очень много гостей приезжает, да? Кто-то отвечает за, скажем, хозяйство, другой отвечает за международные отношения. Ну, это на уровне предложения было. Я думаю, что в процессе обсуждения мы будем принимать наиболее такое правильное решение. Немалые споры вызвал также и второй вопрос. Отметим, ранее было решено, что у спикера вместо прежних двух будет 4 заместителя. После спикер сообщил, что комиссия продолжит свою работу. В итоге решено выслушать и обсудить работу комиссии на следующем заседании уже в новом году. Улан Касенов, Азамат Кадыртоктоев, Алатау 24.